Отгремели новогодние праздники, но это не повод, чтобы перестать совершать чудеса. Депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа Татьяна Вуевич и Александр Баюклин в компании с Дедом Морозом посетили несколько семей поселка совхоза имени Ленина. В этом году главный зимний волшебник решил задержаться в поселке чуть подольше. В рамках акции «Елка желаний» он вместе со своими помощниками пришел в гости к маленьким жителям и преподнес им несколько подарков. Это как в детстве, как будто сам получил подарок. Шикарное ощущение. Ребятишки такие, зайцы теплые. В общей сложности 12 детей из многодетных и находящихся в сложных жизненных ситуациях семей в поселке совхоза имени Ленина получили подарки в рамках акции «Елка желаний». Мне очень нравится, что у нас сейчас, вот, как говорится, в тренде такие акции, когда каждый ребенок может написать письмо Деду Морозу, и его мечта и желание обязательно исполнится. Я считаю, что положительные эмоции и радость детям обязательно должны дарить взрослые. Акция была проведена при поддержке агрокомплекса «Рота Агро» и общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее».